Привет, сейчас я сделаю пакет Tracer 13.3.12. Здесь у нас настройка VPA2 Enterprise, и давайте сразу начнем. Итак, первым делом мы заходим в админ ПК. Давайте я его сделаю больше, закреплю, так как мы почти все будем делать в нем. Так вот, например, сделаем, закрепим сверху и заходим в веб-браузер. Здесь мы вводим IP-адрес VLC. Так, стоп. VLC1. Копируем IP-адрес, копируем, вставляем, нажимаем Go, и здесь нужно HTTP заменить на HTTPS. Все. Теперь у нас сейчас вот загрузилась такая страница. Username admin, пароль, нам говорится, что здесь Cisco 123. Копируем его, копируем и вставляем. Так, заходим, подключаемся к устройству, и сейчас будем его настраивать. Все, вот оно загрузилось. И давайте начинать его настройку. Нажимаем контроллер. Ждем, пока загрузится. Интерфейсы. Ждем. Нажимаем, проводим здесь вправо. Да, черт. И нажимаем New. Создаем новый интерфейс. Называем его VLAN 5. Копируем. Вставляем. VLAN ID ставим 5. Apply. Так, порт number 1. Потом VLAN Identifier 5. Так и, ну, в общем, он сам уже добавился. И теперь настраиваем IP-адрес, маску и так далее. IP-адрес копируем. Да, черт, что не копируешься-то. IP-адрес копируем. Netmask копируем. Getaway копируем. Так, не копируется Getaway. А, почему? Копируем. И вставляем. Все. Не все. У нас еще DHCP сервер. Копируем. Вставляем. Все. Теперь это точно все. Нажимаем Apply сверху. ОК. И Save Configuration на всякий случай. Все. Так, дальше. Save Configuration говорит нажать. А, здесь объясняет IP-адреса. Дальше. Мы заходим в Security. Ждем, пока загрузится Security. Нажимаем. Вот здесь вот и остаемся. Radius Identification Server. Так, нажимаем New. Так, здесь сервер IP-адрес. Где у нас тут написано? А, у нас его нужно отсюда взять. Вот он. Копируем. IP-адрес. Окей. Так. Вот, Cisco 123. Два пароля ввести нужно. Пароль и подтверждение. Готово. Apply. Ждем, пока он применяется. Все, применился. Дальше. Create new VLAN. Заходим в VLANs. Здесь нажимаем Create new Go. Стоит галочка. Ну, стоит уже выбранный Create new. Нажимаем Go. Profile name. Так. Floor 2 employers. Копируем. Вставляем. SSID. SSID 5. Копируем. Вставляем. Apply. Ждем, 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 пока загрузится. Ура, наконец-то. Так. Так, клик Apply. Так, ставим галочку Enabled. Так, потом, потом, потом. Ну, давайте по порядку. Заходим в Security. Ставим здесь VPA плюс VPA 2. Ставим 802.1x. И здесь VPA 2 policy подтверждаем. Все. Потом заходим на AAA Servers, и здесь выбираем сервер, который только что мы добавили. Apply. А, стоп, мы еще Advanced не настроили. Сейчас еще Advanced нажимаем, и здесь ставим вот эти вот две галочки. Сейчас обновила, Advanced, и вот эти вот две галочки ставим. Apply. Надеюсь, я ничего не забыл. Окей. Ну, вроде
Да. Так. Play еще раз. Окей. Не помню, сколько тут баллов должно быть. Но я надеюсь, я все учел. Так. Ну да, надеюсь. Галочки стоят. Хорошо, допустим. Если что, потом поправим. Ну или можно нажать Check Results и проверить. Check Results. Assessment Items. Floor 2 Employers. SSID VLAN, неправильно. VLAN. Security. Layer 2. General. А, да, мы же тут интерфейс VLAN 5 должны выбрать. Все. Вот это вот забыл. Apply теперь. Окей. И это можно закрывать. У нас все, 55%. Да. Ну то мне казалось, что как-то неправильно, что 51. Все, VLAN 5 обязательно нужно выбрать. Ну или вы можете все по шагам сделать. Здесь все это детально описано. Так. Теперь создаем DHCP Scope. Для этого мы заходим в контроллер. И здесь нажимаем интерфейсы. Итак. Сейчас нам нужно открыть интерфейс Management. Открываем его. И здесь нам нужно запомнить вот эти вот IP-адрес, маску и gateway. Здесь есть места, куда их записать. Ну, или вы можете себе куда-то записать. Я их себе записал. Так. Контроллер. Здесь не нужно менять вроде ничего. Так. We want... Own DHCP сервер. Сейчас мы вверх поднимаем, копируем вот это вот. IP-адрес опять этот копируем. И вот сюда вот мы его вставляем. Все. Так, apply сверху нажимаем. Окей. Окей. Save configuration. Готово. Так. Ой, секунду. Случайно несколькими пальцами поднял. Так, неважно. Дальше настраиваем дальше. Что у нас тут? Я опять потерялся. Так. Вот тут вот мы, да? Да. Хорошо. Это все мы указали. Идем дальше. Идем дальше. Опять-таки, я говорю, запоминаем эти значения. Они нам сейчас понадобятся. Так. Мы теперь... Окей. Нажимаем Internal DHCP Server, DHCP Scope. И здесь... Окей. Прокручиваем вправо. Черт, прокручивайся. Все. Так, нажимаем New. Все, нажимаем New. Создаем новый DHCP Pool. Store Name Wired Management. Копируем. И вставляем. Apply. Ждем. Окей. А теперь нажимаем на него и заходим в его настройку. Итак. Старт адрес нам дан. Сейчас я их скопирую. Первый адрес копирую. Это стартовый. Конечный копирую. Копирую, вставляю. И что мы видим? Нам говорит, что Network, Netmask и Default Route нам нужно поставить из вот этих вот. Вот. Поэтому сейчас это и делаем. Я их записал. Так, тут у нас 192.168.200.254. Главное это правильно записывать, а то тут часто бывает ошибка. Netmask 255.255.255.0. И здесь вот 192.168.201. Вот так вот. Enable, нажимаем Apply. И верим, что оно засчитает. Apply. Save Configuration нажмем даже. Окей. И давайте посмотрим Check Results, чтобы сразу понять, сохранило ли оно. Стоп, Check Results я же нажал. Check Results. Assessment items. И нет, network адрес оно все равно не сохранило. Сейчас посмотрим. Wired management. Network адрес ему не нравится.
Так. Смотрите, оно говорит, что мы берем... Вот, network. Wireless from network is 1C. Окей, допустим, мы еще раз откроем интерфейсы. Менеджмент откроем. И вот что у нас тут есть. Interface name. То есть network, это единственное, что это остается, это этот IP-адрес. Мы его туда и вписали. И он там должен работать, в теории. Но почему-то не работает. Так. Эти адреса мы, если что, не вписывали, они тут изначально. Поэтому это ошибка именно пакет-трейсера. Окей, сейчас мы продолжим и так и закончим, но уже ничего не поделать. Если у вас тоже так не подключается, вы просто рестартуете и по новой делаете. Ну или так заканчиваете, потому что это именно ошибка пакет-трейсера. Хорошо, DHCP-скоп мы создали. Дальше нам нужно создать SNMP. Для этого заходим в Management. SNMP и Trap Receivers ставим. Ждем загрузки, как всегда. Так, VLAN SNMP. Копируем. Нажимаем New. Создаем новый. Name VLAN SNMP. И IP-адрес копируем и вставляем. Готово. Apply. Здесь Enable уже стоит. Сейчас ждем. Вот, он новый создался. Так, теперь нам осталось только подключить к этой сети наш ноутбук. Для этого мы нажимаем ноутбук, ПК Wireless, нажимаем тут Profiles, нажимаем New Profile, Stop Console. Перед этим сначала копируем VLCNet как имя профиля. Нажимаем New, вставляем VLCNet, ОК. Нажимаем Advanced Setup. И здесь у вас, из-за того, что у нас не настроился там правильный IP-адрес, не засчитался и не настроился, у нас здесь не видит сеть. Но здесь должна появиться у вас автоматически... Вот. Сейчас, секунду, где-то это написано. Вот. SSID 5 у вас должно автоматически написаться. Я это скопирую, вставлю для наглядности. Вот. Вот так вот у вас должно изначально быть. Дальше вы нажимаете Next, Next. Security ставите VPN 2 Enterprise, Next. Login name у нас здесь дан, это user1. Копируем, вставляем. И user1 pass, это наш пароль. Копируем, вставляем. Все, Next, Save, и все. Теперь у вас, если не сбился IP-адрес и все правильно строилось, оно у вас, вы можете нажать Fast Forward, оно у вас законнектит и будет 100 баллов. У нас пока что 96, потому что у нас не... может подключиться из-за того, что там не баг с IP-адресом и не может появиться связь. Вот. Мы можем нажать Check Result, сейчас покажу это. SSN Items. Вот, мы здесь Network настраивали, это единственное, что у нас осталось неправильное. Вы видите, все остальное у нас правильно. И если бы этот Network правильно засчитался, оно бы у нас и законнектилось, и все правильно работало. Так, на этом все, пока.